Антон, сейчас я задам серию блиц-вопросов. Вам нужно ответить кратко. Я постараюсь. Ага. Что для вас значит успех? Успех – это когда ты занимаешься своим делом, которое приносит тебе доход. Ага. А деньги тогда – это сокровище или инструмент? Это инструмент. Лично для меня это инструмент определенный. Если бы вам предложили 10 миллионов долларов с условием таким, что вам не надо писать музыку, вообще вы не будете писать больше музыку, вы бы их взяли? Не уверен, что я взял, возьму я 10 миллионов, да, и, во-первых, я не знаю, что с ними делать, да, потому что у меня нет вот этой деловой, наверное, какой-то жилки, А музыкой, то есть это можно заниматься постоянно, то есть возьмешь 10 миллионов, и ты как бы, жизнь тебе наскучит, в общем-то, наверное, быстренько. Хорошо. Любите ли вы рисковать? Рисковать? Не всегда. Я довольно осторожный человек, но иногда бывает, делаю что-то опрометчиво. С парашюта прыгнуть? Нет, пока еще не прыгнул. Нет. А хочется? Уже нет. Уже нет? Уже да, то есть когда тебе 15 лет, ты летаешь туда-сюда с гаража на гараж, а сейчас уже пропал, наверное. А вот сколько денег вам необходимо для счастья? Сколько денег? Не знаю, честно. Потому что как бы есть другие вещи, которые тебя делают счастливым, как бы банально это не прозвучало. Деньги в том числе, наверное, да, в какой-то мере, потому что этот инструмент дает тебе возможность к тому, что тебе хочется. Но, тем не менее, наверное, не от денег, к счастью, зависит. Как вы провели свой последний отпуск? Последний отпуск? Я был в Петербурге. Было хорошо, весело, интересно. Как погода? Погода была жаркой. А какими языками вы владеете? Английский, французский, который я уже, наверное, позабыл. Изучал кого-то латынь, но не сказать, что я владею латынью. Скорее тут, наверное, пару фраз скрытых. Вот. А на каких инструментах играете? Гитаре, фортепиано и совсем чуть-чуть барабаны. Такие самые базовые простые вещи. А есть ли такие вещи, которые, как вам кажется, вы можете делать лучше других? Лучше других? Да. Ну, что бы ты ни делал, тут всегда найдется кто-то сделает лучше тебя. Поэтому я как-то не стараюсь думать, что я делаю что-то лучше других, наверное. Может, это правильно, может, нет. Но я просто делаю и без оглядки, что это лучше там или кого-то или нет. А что в искусстве вы бы не стали делать никогда? Никогда? Да искусство, собственно, это один большой творческий процесс. То есть тут нет, наверное, такого, чтобы я никогда не сделал, да? Ну, не знаю, посмотрим. А искусство, оно вот сейчас, наоборот, как-то повышается или деградирует? Тут сложно сказать. Тут оно постоянно в развитии каком-то, это же просто из одной перетекает форму в другую, перетекает. Это как нет плохих, хороших времен, да? То есть это просто есть. Оно просто движется как бы. Пока есть человек, который творит, то есть, собственно, и искусство будет жить. А если бы вы написали книгу, вообще хотелось ли вам когда-нибудь написать книгу? По юности, да, была идея. О чем бы она была? Я больше тяготею к такому психологическому, наверное, жанру, да, то есть, может быть, драма какая-то. А авторы есть, которые вам интересны? Да, я люблю Оскара Уайлда, например, «Портрет Дориана Грея», то есть это моя любимая книга, в принципе, и Джордж Оруэлл, 1984, то есть, ну, это такие вещи, которые меня привлекают. А вот музыка какая вам больше нравится? Какая музыка нравится? Да, вот просто слушать. Просто слушать. Я последние годы постоянно слушаю музыку из фильмов. Понятно. Да, тоже. То есть, во-первых, это доставляет мне удовольствие, во-вторых, я почерпываю какие-то идеи оттуда, да, то есть учусь, да. Ну и какие-то другие эстрадные жанры я тоже могу послушать, и рок, и, в принципе, и хип-хоп. И, ну, тут постоянно идет анализирующий процесс, да, в голове. То есть ты вроде слушаешь, а с другой стороны где-то у тебя там, то есть даже если где-то
звучит в телефоне какая-то поп-музыка, да, ты ее сразу начинаешь. Да, здесь маршрутку села. Здесь такие гармонии, здесь такая мелодия, здесь такие инструменты, здесь. Да-да-да. Вот так далее, так далее, так далее. Понимаю. А любимый фильм есть? Любимый фильм «Восемь колец». «Матрица» мне нравится. А из русских? Из русских мне нравится фильм «Духлесс», по-моему, 2010 года. «Адмирал» неплохой фильм. То есть в основном это современные фильмы? Да, ну, советские, в принципе, я очень люблю. И Иван Васильевич меняет профессию, «Операция И», это просто ну, это фильмы детства мои. Хорошо. А расскажите о своих творческих планах. Творческих планах? Я планирую, в общем-то, дальше писать музыку, как ни странно. На самом деле, хотелось бы, то есть, двигаться дальше на какой-то федеральный уровень. Но, в принципе, я и не против поработать где-то здесь, если кому-то что-то нужно будет. Да? То есть, кто-то создает фильм, то, в принципе, я не против написать туда музыку. Да? Но хотелось бы двигаться дальше. То есть, может быть, какие-то контакты с Европой, благо я языком владею. А куда бы вы хотели поехать? Куда поехать? Да. Вот следующий ваш маршрут. Не в Гондурас, а еще куда? В Гондурас я был, поэтому можно теперь и в Европу съездить. А куда вот в Европу? В Италию. У меня есть много довольно знакомых, друзей. Я бы хотел в Италию съездить. Во Францию тоже. Вспомнить язык. Вспомнить язык, да, который я бы получно забыл. А где бы вам хотелось выступить? А вот взять просто карту мира и любой театр, я не знаю, неважно. Где бы выступить? Да. Не думаю пока над этим, пока не думаю. Да? Да, то есть. Ну хорошо, спасибо. Еще надо?